Добрый день. Сегодня я расскажу вам, почему шумит стиральная машина. Как правило, шум стиральной машины вызван механическими неисправностями из-за ее износа. Самая распространенная неисправность – это выход из строя подшипника барабана стиральной машины. Также может выйти из строя моторы, которые откачивают воду или которые вращают сам барабан. Но это более редкие неисправности. Замена подшипника барабана обойдется вам в Москве от 2500 рублей. Но сейчас мы вкратце поговорим о более простых конкретных способах, которыми можно уменьшить шум от стиральной машины, если он не вызван какими-то серьезными неисправностями. Например, можно подставить вот такие вот резиновые ножки, они продаются в магазинах бытовой техники. Поставить такой вот акустический поролон, продается на Алиэкспрессе рублей за 200. И использовать либо вибропласт, либо вот такой вот вспененный полиэтилен, который продается во всех магазинах автозапчастей. Обычно он используется для шума и звукоизоляции автомобилей. То есть он всегда есть в наличии и недорого. Вот в данном случае, вот вы видите здесь, сейчас я сфокусируюсь, слой вибропласта и слой этого поролона. А также попробуйте прочистить, если не боитесь, на самом деле здесь ничего страшного нету. На всех стиральных машинах вот есть этот лоток. Это фильтр. Вот, и он со временем забивается вот такими вот коричневатыми, сероватыми остатками ткани. Это все промывается обычной водой. Можете какие-нибудь монетки обнаружить, скрепки, заколки, спички. Вот, в принципе, тут ничего такого сложного нету. Вот, и это просто защищает от засора каналы стиральной машины. То есть такую процедуру желательно регулярно производить, иначе у вас может сильно достаточно все забиться. Но, в принципе, она так более-менее сама ощущается на нормальных моделях. Но лучше, если вы стираете какое-то белье, которое линяет, можно все это прочистить. Вот я прям при вас все это прочистил. То есть особо можно даже тщательно тут себя не утруждать. Для целей демонстрации я быстро сделал. Не надо ничего там сушить, и обратно же тут же вставляете. Вот я так особо не стал тщательно это делать. И также все это закручивается вручную, без применения каких-то специальных инструментов. И закрывайте. Говорят, от этого шум уменьшается. Вот. Также еще можете сверху что-нибудь такое тяжеленькое положить. Набор, например, полотенец. Вот это тоже немножко, но уменьшит шум от стиральной машины. Это самые простые способы, которые вам не придется тратить несколько тысяч рублей и вызывать мастеров. Спасибо за внимание.